нами связался наш зритель, который смотрит нас из Аризоны. Он сейчас с нами на прямой связи. Его зовут Дмитрий Панферов. Дмитрий, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Мы вас отлично слышим. Вы нас тоже, видимо, да? Расскажите нам, вот мы знаем, что завтра в Тусон должен приехать Барак Обама на траурную церемонию. Скажите, что сейчас происходит у вас в городе? Какое эмоциональное настроение у людей? Как все переживают трагедию прошлой субботы? Ну, эмоциональное положение, к сожалению, желает быть лучше, потому что как бы прошел первый шок, когда все это произошло, и довольно-таки все-таки у нас Тусон спокойный, мирный город. И теперь просто остается, начинают люди хоронить людей, и в это время как раз начинается больше всего переживаний и осмысления, что произошло, и как это случилось, и почему это случилось. А много вопросов возникает, и на них практически нет никаких ответов. Начиная от того, что для чего погибла 9-летняя девочка, и кончая положением Габриэль Гейфер, которая просто пришла и сидела около супермаркета, встретиться с людьми, простыми людьми, и чтобы они подошли к ней и задали вопрос. Дмитрий, я правильно понимаю то, что вы на последних выборах голосовали за Габриэль Гейфер, то есть вы очень вы симпатизируете ей? Абсолютно, да. Она, во-первых, она была такая, одна из самых человечных, я бы назвал, очень простых и в то же время замечательных политических фигур. Потому что, насколько вы знаете, последние выборы такое количество полуидиотов появилось. То есть каких-то, как Сара Фэллон, я считаю. Она в этой плеяде была одной из самых ярких и замечательных звезд. Дмитрий, вот за последние дни мы еще из новостей узнали о том, что Аризона один из самых вооруженных штатов США, что едва ли не у каждого там второго есть оружие, в том числе неплохо стреляла и сама Габриэль Гиффордс. Вот какая реакция на эти события? Люди стали ли больше вооружаться или наоборот возникли разговоры на ту тему, что слишком много оружия? Я вчера вечером узнал статистику, которую я просто шокировала. Что на 100 тысяч населения в Соединенных Штатах Америки, я не знаю, как это относится к Аризоне, но я вернусь к этому, на 100 тысяч населения в Америке 90 тысяч пистолетов оружия. То есть вооружаться больше уже, по-моему, я, наверное, последний, моя жена и моя собака и моя дочка, кто, наверное, не имеет оружия в этом штате. Ну, культура такая, к сожалению. И, как я сказал раньше, перед интервью, что я, например, могу сейчас встать после интервью, пойти купить пистолет в Аризоне и носить его. Просто пойти с ним в магазин, с ним в бар. И это совершенно законно, к сожалению. Я этого до сих пор не понимаю и, наверное, никогда не пойму. Но вооружаться больше некуда, по-моему. И есть такие небольшое начало, как бы, может быть, все-таки хватит вооружаться. Но я думаю, что это все пройдет и забудется очень скоро. Спасибо, Дмитрий. Нам подсказывают, что у нас, в общем, закончилось время для нашего выпуска. Я надеюсь, что мы не последний раз с вами связываемся в прямом эфире. Завтра, может быть, вы нам расскажете, как пройдет визит Барака Обамы в ваш город. Спасибо. С нами на прямой связи был Дмитрий Панферов, наш зритель из Аризоны.